лишь один баскетбольный клуб из Одесского региона продолжает борьбу за медали Украинской суперлиги. Уже потерявшая все шансы Одесса дома проиграла Днепру 59-93, а вот химик из Южного добыл важную победу в Николаеве. Подопечные Виталия Степановского реабилитировались за проваленный старт и сильно провели вторую четверть. Гости вышли вперед и больше преимущества не теряли. В лучшем составе химика стал Тайрел Нельсон, 28 очков и 6 подборов. Также отметим Кирилла Марченко и Андрея Войноловича, которые на двоих реализовали 5 трехочковых бросков. Южнинский клуб выиграл 77-74. Это уже четвертая победа химика над Николаевом в сезоне. Пока что команда Виталия Степановского идет 7-й. При благоприятном стечении обстоятельств может подняться на несколько позиций в турнирной таблице и получить соперника по первому раунду плей-офф попроще.